Подвиг бойцов Великой Отечественной увековечат и на стенах Екатеринбурга. Три десятка заборов и фасадов превратятся в холсты для живописи благодаря фестивалю уличного искусства «Стенография». Полет фантазии стрит-артеров из разных городов России ограничен разве что темами. В этом году очень интересные темы затронуты. Это и 70 лет Победы, очень важная дата для России, и футбольный уголок. Очень интересная тема, на которую больше всего было прислано эскизов, это движение воды на земле. Для фестиваля настенной живописи отобрали 30 лучших работ из 800 представленных. Так, на месте водонапорной башни на Сахалинской появится истукан с острова Пасхи. Недостроенная гостиница у цирка превратится в ласточкино гнездо. Птицы будут летать и в парке Павлика Морозова. В этом году художники примутся и за старое, отреставрируют свои работы прежних лет. Например, обновят одну из самых знаменитых работ стенографии – банку сгущенки на Шварца. Большинство стрит-артеров, приехавших в этот раз на фестиваль, хорошо известны Екатеринбургу. Это Марина и Иван Ягода, Константин Змок из Москвы, Никита Номерс из Нижнего Новгорода и горожанин Слава ПТРК. Всего за месяц они превратят уральскую столицу в галерею современного искусства.